Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет люстра из коллекции Carlton от производителя Idealux. Это коллекция хрустальных люстр. Предлагаются здесь модели подвесные диаметром 40 см и 50 см, а также потолочные тоже 40 и 50 см в диаметре. И есть еще в коллекции бра в виде половинки. Это у меня модель диаметром 40 сантиметров, люстра на 8 ламп. Цвет металла здесь хром, то есть зеркальная поверхность. Весь этот наряд люстры, конечно же, из хрусталя. Навеска здесь по принципу спирали. Внутри есть камни мелкие восьмиугольной формы, а снаружи это такие довольно большие пластины. Патроны Е14 с термостойкой пластмассы. Максимально допустимая мощность потребления лампы 40 Вт. Лампочки приобретаются отдельно. Я использовал LED-лампы потреблением 6 Вт. Выдает каждая такая лампа около 50. И лампы обязательно должны быть прозрачными, то есть незаметными. Включенная люстра выглядит вот так. Лампочки здесь располагаются по всей длине хрусталя, поэтому весь хрусталь одинаково хорошо подсвечивается. Очень красиво он сверкает, переливается. Подойдет данная модель для комнаты любого типа назначения. Это люстра, которая хорошо и ярко осветит комнату. Тип этой комнаты может быть любым, независимо будет это спальня, столовая или гостиная. Площадь комнаты порядка 20 квадратных метров. Высота люстры максимальная 1,56 м. Минимальная она может быть 75 сантиметров. Высота вот этой части составляет 66 сантиметров. Крепится она с помощью монтажной планки. Диаметр потолочной чаши 11 сантиметров. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.